Его привыкли еще называть калий магнезия. Это сульфат калия, сульфат марганца. Как раз то, что необходимо именно сейчас растениям, чтобы они наливались. Та же морковка. Если мы разводим столовую ложку калимага на ведро воды, на лейку, то просто-напросто из лейки проходим по грядке, мы тем самым питаем. Это и внекорневая, и корневая подкормка. Именно вот этот вариант, столовая ложка на лейку и по листьям, сейчас очень важен. Потому что из почвы очень много вымылось калия. Просто-напросто растения жируют, они не завязываются кочаны капусты у некоторых. Плохо растет картошка именно по этой причине, потому что вымывается калий. Поэтому сейчас сделайте так, и урожай у вас будет значительно выше. И еще два препарата, которые я держу. Это препарат микровид, препарат микроэлементов, в котором мы также разводим ампулу на 10 литров воды. И уже только из опрыскивателя обрабатываем растения. Притом можно обрабатывать все подряд, начиная от морковки, заканчивая цветной капустой и подсолнухами. Для того, чтобы насытить овощи микроэлементами. Очень важный прием в наших условиях, потому что в почвах Кемеровской области не хватает йода, а здесь он есть. Поэтому будете опрыскивать микровитом, будете нормально себя чувствовать, потому что йод очень важен. И еще препарат прогноз. Все мы его знаем как препарат против болезней. Мучнистая роса, пурпуровая пятнистость, ржавчина, сферотека на крыжовнике. Это далеко не полный перечень тех болезней, против которых применяется этот препарат.